Доброе утречко. Сегодня у нас суббота, замечательный день. Я жду, пока проснется Кирюшка. Почему? Потому что ко мне тут ползет снег. Да снег! Ты посмотри на него! Просто сегодня целый день какой-то неадекватный, вообще ужас. Прыгает на меня сегодня с самого утра, ну кусает меня. Я уже не могу. Представляете, что делает? Это катастрофа с этим котом. Меня сегодня просто уже искусал по-страшному. У меня нету сил. Короче, мы с Кирюхой сейчас собираемся ехать в Лавину и в Ашан, в Новус, я не знаю, в куда-нибудь в торговые центры, потому что нам нужно купить папе подарок. Сегодня какое вообще число? Сегодня 28 число. А у папы у нашего день рождения в понедельник 30-го, поэтому нам нужно очень-очень срочно все купить. Как я уже говорила, у меня есть маленький сувенирчик, но еще нужно какой-то подарок от меня и от Кирюшки. Он ничего не хочет такого сверхъестественного, но все равно приятно нужно сделать. Как же без подарка? В общем, нужно тортик какой-то, какие-то сюрпризики, что-то нужно думать. Поэтому... Нужно потихоньку собираться. А Кирюха еще там спит, не собирается просыпаться. Он скоро проснется. Вышла я с собаками на улицу погулять. Сегодня на улице так круто, тепло, хорошо. Никак не могу Кирюшку разбудить. Я не знаю, когда она проснется. Потому что хотелось бы все сделать с утра, чтобы вторая половина дня у меня была свободна. А почему? Потому что я сегодня запланировала встретиться с знакомая с одной пописней чаечек. Вот, сейчас выгуляю собак. Что делать? А, я забыла рассказать. Я же вчера все-таки с Родиком ходила на фильм. Как-то так получилось, что мы решили, что сходим, посмотрим этот фильм «Проклятие Мэри». Ужасное кино, вообще ни о чем. Знаете, я бы даже по телевизору его бы не посмотрела. Просто ни о чем. А концовка вообще непонятная. Как-то так я повернулась, посмотрела на зал, повернулась, уже закончилось кино. О чем оно? Чем оно закончилось? Понятия не имею. И потом спрашиваю Родиона, говорю, Родь, а чем вообще кино закончилось? Он говорит, не знаю. В общем, какой-то бестолковый фильм, абсолютно бестолковый. Но зато вчера круто, очень круто провели вечер. Бомбезно, великолепно, замечательно. Эмоций много, воспоминаний тоже будет миллион. Просто на самом деле миллион. Мишаня, где ты уже Шантюську потерял? А? Где Шанти? Шанти! И ты есть, молодец. Все, пошли домой. Пошли, бегом. Наконец-то у меня Кира хоть чуть-чуть открыла глаза. Лежит тут, наполовину уже одетая, но просыпаться собирается потихоньку. Так что, с нами едет Снежана дать? Я ей сказала так. Повторяй за мной. Она типа пишет мне. Короче, повторяй за мной. Я такая, ну, один. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, прощай. А я такая, привет, ты куча сердечек. Так едет она с нами? Подожди, я ей написала, теперь повторяй за мной. Ну, давай. Я к еду с тобой в Лавину. Спасибо, Снег, что? В смысле, я не поняла, читай, что ты написала. В общем, с нами поедет еще, может быть, подружка Кирюшкина. Вот. Ну, веселее будет, круче будет и интереснее, по крайней мере, Кирюшке. Ну, а мне с ними будет весело. Чаек, мне кофеек и Кирюшке завтрак еще на сковороде, потому что жду, пока она наконец-то уже откроет полностью свои глаза и положит телефон и придет наконец-то на кухню. Кира! Давай, наконец-то, просыпайся, уже все, хватит. Я хочу все дела успеть сделать до хотя бы, боже, уже обед, Кир. Хотя бы до часов 3-4 успеть все сделать, слышишь меня? Уже 12 часов дня, я хочу все успеть сделать. Угу. Давай сюда телефон. Ну, сейчас, я узнаю, пойди, я со мной. Ну, так это же можно встать и узнать, правда?
Давай, просыпайся. Все, Кир. Мы с Кирюшкой уже приехали в Лавину. Но что мы будем покупать, мы же не покажем, правда? Да. А Кирюшка тут такую прикольную фотку сделала, покажи. А у меня тут немножко не получилось написать. Я потом перепишу. Круто. Ну, это только для нас. Да. Мы никому пока не покажем. Временно. Посмотрим. Может быть, сегодня вечером мы покажем, правда? Да. Вот сегодня сколько людей. Невероятно много. Мы за подарком. Кирюшка нашла свою собаку. А, точно такая же. Даже меньше, она меньше. Не-не-не, такая же. Не-не-не, она меньше. Прикольная. У нее туловище. У моей собаки туловище шире. Чуть не убилась. А у тебя разве тоже есть белая точечка на носу? По-моему, нету. Где? Вот. Нет, это даже больше, дочь. Реально больше. Она не больше. Ладно. Ставь, нам нужно еще найти подарочный пакет, потому что один подарок мы нашли, но подарочных пакетов тут нету нигде. Ты куда? Никуда. Ну все, тогда значит в другом месте. Есть только бумага. Но бумага не интересна. Бумага нам не нужна. Пошли тогда на кассу, будем искать в другом месте подарочные пакеты. Да, где можно пакеты посмотреть, там где мы покупали Джелли Белли. Вот эту коробку повысок. Точно? Все, тогда идем туда, купим там пакетик и кушать. И побежала Кирюшка. Ну что, есть здесь пакеты? О, есть. Мама, тут есть носочки. Носки. Ты хочешь себе такие носочки? С Пикачу? Какая голова, носы. Пикачу. А, с какой кактусик. Ну что, какие хочешь? Пикачу. Бери себе Пикачу. Сейчас. Сегодня у нас не полезная еда. Да, но иногда можно. Поэтому, как мы по традиции говорим, Кира? Всем, кто будет, приятного аппетита. Приехали уже мы домой. Я домой иду, а Кирюшка собирается куда-то еще идти гулять. Может, ты оденешься, Кирочка? Нет? Нормально. В общем, все. А я иду домой отдыхать. У меня очень сильно разболелась голова, как сказал таксист. Сейчас магнитная буря. И вообще у меня абсолютно нету сейчас никакого настроения ничего делать. Есть один человечек в моей жизни, который как заноза в жопе, на самом деле. И вот эта вот заноза в жопе, она мне всю жизнь портит. Как хочется от нее избавиться, от этой занозы, но не знаешь как. Поэтому у меня нет слов. К сожалению. Нету слов, нету сил. И хочу передать этой занозе в жопе, что ты из жопы никогда в жизни не вылезешь. Ты всегда будешь в этой жопе, и вся твоя жизнь будет в жопе. И чтоб ты, заноза, меня слышала и понимала. Это лично тебе. Да, я уже собралась выходить на встречу. У меня такая адская головная боль, просто нереально. Я пришла домой, легла спать и все это время проспала. Во сколько мы с Кирой приехали? Я уже даже и не помню, во сколько мы приехали. Но сейчас уже без 15:05. Я просто не могу пошевелить головой. Кот проснулся, надо его накормить. Реально вообще не могу пошевелить головой, мне так плохо. На, снег. Убери. Вот хожу как робот, но встречу отменить не могу. Вообще ничего не соображаю. Короче, встречу отменить не могу, потому что договорились еще очень-очень давно. Пойду на часик-полтора, приду домой, и все, и завалюсь спать. А еще меня знобит по-страшному, не знаю по какой причине. Реально очень холодно. Кирюха убежала гулять, она где-то там в мегамаркете, у них сейчас новая прогулка. Они гуляют в торговом центре. У нас на втором этаже в торговом центре есть кинотеатр, там пуфики, можно посидеть, столики, зарядка. Она все бы взяла зарядку, в общем, пошла тусить и гулять. Все, и я тоже ухожу.
Подарки все куплены, все готово, поэтому... О, боже, не могу, как болит. Поэтому надо ждать понедельника. Все, ребят, я пошла. Если голова не пройдет, то на этом влог закончится. Если моя голова пройдет, то я с вами еще встречусь. Все, пока-пока. Вышла, на улице еще и дождь начался. Думала, легче станет, если будет дождь идти. Угу, какой там легче. Мне кажется, вообще мне никогда легче не будет. Сегодня, по крайней мере. Очень плохо. Причем с утра было все отлично. Голова у меня с утра не болела. Было замечательно все. А сейчас вот с обеда как начало резко болеть. Прям не могу. Ладно. Дождь, дождь. Сезон дождей. Помните, кто меня давно смотрит, влоги мои с прошлого года, с позапрошлого. Я всегда вот осенью жалуюсь на головные боли. Зимой жалуюсь на головные боли. Потому что из-за перемены погоды мое давление скачет ужасно. Мне очень тяжело переживать осеннюю депрессию и осеннюю погоду. Ладно, все, иду я уже навстречу. Надеюсь, сегодня все пройдет хорошо. Мне станет лучше. Ну и в общем... А какашке в любом случае привет.